Уважаемые дамы и господа, наш эфир продолжает передача, авторская программа Алексея Орлова «Моя Америка», и у нас на связи автор передачи, сам Алексей Орлов. Алексей, добрый день. Добрый день, Толя, добрый день, дорогие дамы и уважаемые господа. Сегодня у нас 24 апреля, правильно? Ровно две недели назад, 10 апреля. Многие из нас это знают, на слушаниях в Сенате министр юстиции Уильям Барр сказал нечто такое, в чем одна половина страны вряд ли сомневалась, а о чем вторая половина страны даже не догадывалась. Отвечая на вопрос республиканца из Канзаса, сенатора Джерри Моргана, о возможном шпионаже в 2016 году за членами предвыборной команды Дональда Трампа, министр юстиции Барр сказал, я цитирую: «У меня самого есть вопросы на сей счет. Я думаю, что шпионаж за политической кампанией – важная тема». Как он только это сказал. Сенатор-демократ из Нью-Гэмпшира, госпожа Жанин Шахин, спросила: «Вы действительно верите, что это было?» «Да», – ответил министр. «Я думаю, что шпионаж имел место. Вопрос, был ли шпионаж достаточно обоснованным». Слушания в Сенате 10 апреля еще не закончились, когда демократ из Калифорнии Адам Шифф, мы знаем, он возглавляет в Палате представителей комитет по разведке, так вот, он счел необходимым ответить Барру. Я цитирую конгрессмена Адама Шиффа: «Президент уже нанес огромный ущерб таким институтам, как Министерство юстиции, ФБР, разведывательные органы, и я надеялся, что министр юстиции, будучи в стране главным ответственным за соблюдение правопорядка, не выступит с легкомысленными предположениями о шпионаже ФБР за политической кампанией». Это говорил конгрессмен Шифф, возглавляющий в Палате представителей комитет по разведке. И как только этот господин Шифф закрыл рот, как на телевизионных каналах CNN и MSNBC стали появляться комментаторы, в их числе бывший директор ЦРУ Джон Бреннан и бывший директор национальной разведки Джеймс Клапер, и они стали повторять один за другим: разговоры о шпионаже за избирательной кампанией Дональда Трампа не имеют ничего общего с действительностью. На следующий день, 11 апреля, газета «Нью-Йорк Таймс» напечатала репортаж о слушаниях в Сенате. Репортаж назывался так: «Заявляя о шпионаже в 2016 году, министр юстиции Барр задает бездоказательные вопросы». Бездоказательные вопросы. Конечно, Уильям Барр не привел ни одного доказательства шпионажа. По одной причине. Он решил не опережать события. Барр сказал: «Не намерен что-либо доказывать до тех пор, пока генеральный инспектор Министерства юстиции Майкл Горовиц не огласит результаты расследования деятельности ФБР в 2016 и в 2017 годах». Барр предположил, что Горовиц закончит расследование, цитирую министра, «в конце мая, начале июня». Дамы и господа, значит ли это, что нам с вами, следует ждать до конца мая, начала июня, чтобы ответить на вопрос о шпионаже американских силовых структур за избирательной кампанией Дональда Трампа, также за советниками и помощниками президента-электа Трампа и президента Трампа? Я полагаю, ждать нам совершенно не следует, потому что мы располагаем фактами, чтобы утверждать безо всяких «но» и «если». Трамп и члены его команды были в сетях шпионажа, расставленных Федеральным бюро расследований при участии других силовых структур.
Этого не знали американцы, которые черпали и черпают информацию исключительно из антитрамповских средств массовой информации. Ни телеканалы CNN и MSNBC, которые вещают 24 часа в сутки, ни либерально-прогрессивные газеты не информировали своих зрителей и читателей о том, о чем постоянно информировали телеканал Fox News, редакционные страницы газеты The Wall Street Journal и консервативные радио-шоумены. Половина страны, миллионы, просто-напросто не знала, я предполагаю, не желает знать о политическом шпионаже внутри страны. Шпионаже такого масштаба, какого история страны не знала. И вот эта-то половина с места в карьер отвергла слова министра юстиции Барра о шпионаже. Вторая половина страны, миллионы, знала о шпионаже задолго до выступления Барра в Сенате. За 2.5 года президентства Трампа в свет вышло с десяток книг о его избирательной кампании. В моей скромной домашней библиотеке есть 3 книги. «Русская рулетка», «Russian Roulette». Она написана журналистами Майклом Айсиковым и Дэвидом Корном. 2-я книга «Российский обман», «The Russia Hoax». Ее написал Грег Джаред, юридический комментатор на телеканале Fox News. И, наконец, 3-я книга «Spygate». У нее 3 автора. Основной Дэн Бонджино. Он в прошлом агент секретной службы, а ныне телекомментатор на Fox News. 1-я книга «Русская рулетка» внушает читателю, что Трамп победил на выборах благодаря сговору с путинским режимом. Это 1-я книга. 2-я – о деятельности силовых структур, которые пытаются оправдать противозаконные деяния Хиллари Клинтон и загнать Трампа в ловушку. И, наконец, 3-я книга – о заговоре высших чинов администрации Обамы в Министерстве юстиции и силовых структурах с целью саботировать работу президента Трампа. Дамы и господа, в своей работе я руководствуюсь правилом выслушивать по любой теме, по любой, мнение обеих сторон. Ко времени выхода в свет, это март 2018 года, книги Айсенкова и Корна «Русская рулетка», я уже не сомневался, что сговора, коллюжн Трампа с Россией не существовало. Но я счел нужным прочитать сочинения Айсикова и Корна. И я не пожалел. «Русская рулетка» содержит тонны интересной информации. В частности, она рассказывает, кто положил начало расследованию сговора избирательной команды Трампа с Россией. Я думаю, что имя Александры Чапуры мало о чем говорит большинству американцев, но именно эта дама, Александра Чапура, американская украинка, член Демократической партии, именно она связалась, запомните дату, 19 марта 2016 года с Национальным комитетом Демократической партии и сообщила о связях Дональда Трампа с Россией. 19 марта 2016 года. Первый этап президентских выборов, праймериз и кокусы, был в это время в разгаре. Но уже в марте, это середина марта, никто не сомневался, что Трамп выиграет гонку республиканцев. В начале апреля госпожа Чапура начала сотрудничать с корреспондентом сайта Yahoo News Майклом Айсенкоффом. Он был постоянным и остается постоянным участником на телешоу на каналах MSNBC и CNN. Напомню еще раз, он соавтор книги «Русская рулетка». Статьи господина Айсихова и других журналистов о связях Трампа с Россией были немедленно замечены избирательной командой Хиллари Клинтон и Национальным комитетом Демократической партии. 12 апреля 2016 года эти две организации, избирательная команда Хиллари и Национальный комитет Демпартии, они обратились к фирме Fusion GPS,
с просьбой приступить к сбору порочащей Трампа информации. Госпожа Клинтон и Национальный комитет Демпартии оплачивали услуги этой фирмы до конца октября 2016 года, когда расследованием сговора коллюжен Трампа с Россией уже занималось Федеральное бюро расследований. Официально ФБР приступило к расследованию 31 июля 2016 года, через 10 дней после завершения съезда республиканской партии, который избрал Трампа кандидатом в президенты. К этому времени на фирму Fusion GPS уже работал Кристофер Стил, британец, бывший агент службы внешнеполитической разведки Британии MI6, но это аналог ЦРУ. Он неоднократно бывал в России в 90-е годы. Кристофер Стил стал автором русского досье, которое, как сегодня знает каждый, даже ненавистники Трампа, представляет собой вымысел, но которое вот этот досье в течение продолжительного времени антитрамповские средства массовой информации использовали как доказательство будто бы сговора Трампа с Россией. 15 августа 2016 года высокопоставленный чиновник ФБР Питер Сдрок послал своей любовнице Лизе Пейдж, она была сотрудницей юридического отдела ФБР, послание о необходимости иметь страховой полис на случай победы Трампа на президентских выборах. 15 августа 2016 года. Мы с вами узнали о переписке этих двух людей только год с лишним спустя, в декабре 17-го. 21 октября, продолжаю, 16-го года, специальный секретный суд ФАИЗа, он был создан законом о наблюдении за иностранной разведкой. Так вот, этот секретный суд удовлетворил просьбу ФБР о шпионаже за Картером Пейджем. Картер Пейдж был в это время уже бывшим сотрудником избирательной кампании Трампа. И добиваясь разрешения на шпионаж, Федеральное бюро расследований руководствовалось исключительно русским досье. То есть давайте называть вещи своими именами, липовыми фактами, сочинение которых оплачивала избирательная команда Хиллари Клинтон и Национальный комитет Демократической партии. Все, о чем я говорю, общеизвестно. Выступая с показаниями на закрытых для посторонних глаз слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей в прошлом году, бывший главный юрист-консультант ФБР Джеймс Бейкер назвал ненормальным, анормальным то, как Федеральное бюро расследований вело расследование сговора Трампа с Россией. По совету своих адвокатов Бейкер отказался отвечать на вопросы о шпионаже за работниками предвыборной кампании Трампа, в частности, за младшим сотрудником Джорджем Пападопулосом, младшим сотрудником кампании Трампа. Шпионаж за ним велся во время его визита в Лондон весной 2016 года, и мы тоже с вами об этом знаем, ну, знает тот, кто хотел знать. Сегодня доподлинно известно, у Федерального бюро расследований был в Англии осведомитель, информант, профессор политологии в Кембридже, американец Стефан Харпер. Еще до начала официального расследования, напомню, 31 июля 2016 года, ему было поручено собирать информацию о Картере Пейджи и Пападопулосе. Это все общеизвестно. Профессор Халпер был не единственным осведомителем ФБР в расследовании сговора избирательной кампании Трампа с Россией. Нам известно, доподлинно известно, повторю еще раз, дамы и господа, тем, кто хочет знать. Кроме Халпера, у ФБР было еще два осведомителя. Высокопоставленный чиновник посольства Австралии в Лондоне Александр Даунер и профессор одного из университетов Рими
Джозеф Мифсад. Тот и другой упоминаются как осведомители американских силовых структур в книге «Спайгейт». Их имена неоднократно упоминались в передачах телеканала Fox News. Тот, кто сегодня широко открытыми глазами или открыв рот, говорит, о каком шпионаже может идти речь? Эти люди просто не знали правды, не желают ее знать. Еще об одном осведомителе, это очень интересно, поведал Майкл Капуто в интервью с корреспонденткой телеканала Fox Business Трэш Реган. Капуто был одним из советников Трампа на первом этапе предвыборной кампании. И ему, как и многим другим, кто работал с Трампом, пришлось предстать перед специальным прокурором Робертом Мюллером, который расследовал сговор Трампа с Россией. В ходе запроса Капуто рассказал следователям, что в мае 2016 года с ним добился встречи человек, который назвался Генри Гринбергом, и он предложил компромат на Хиллари Клинтон, полученный из России. Капуто отверг предположение. Вот что говорил Капуто, говорил не за чайным столом, не друзьям, приятелям, а говорил в открытом эфире телеканала Fox News. Вот что он говорил. Когда следователи спросили меня об этом человеке, я рассказал все, что знал. По их лицам я понял, это был некто, кто был подослан ко мне. После допроса у Мюллера я нанял частных детективов и попросил найти этого парня. Они нашли того, кто назывался Генри Гринбергом, и выяснили, он в течение 17 лет сотрудничает с Федеральным бюро расследований. Дамы и господа, Капуто довел до сведения об этом генерального инспектора ФБР Майкла Горовица, который, как мы с вами знаем, ведет расследование деятельности ФБР с 2016 по 2017 год включительно. Федеральное бюро расследований не только пользовалось услугами осведомителей в шпионаже за работниками избирательной кампании Трампа, но и попыталась внедрить осведомителей в ее состав. Две попытки, о которых известно, завершились провалом. Не исключено, что было не две попытки, а больше. Была ли хоть одна успешной? Высокопоставленные чиновники ФБР нуждались. Давайте вспомним слова Питера Стржока в страховом полисе. И сознавая, что обнаружить фактов сговора Трампа с Россией не удастся, они предприняли все, что в их силах, чтобы изобрести то, чего не было. Все это происходило, разумеется, с одобрения директора ФБР Джеймса Коми, заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба. Об этом не могла не знать министр юстиции Лоретта Линч, поскольку ФБР подчиняется министерству. Усилия ФБР находили поддержку у директора ЦРУ Джона Бреннана и директора национальной разведки Джеймса Клапера. Вопрос, дамы и господа, был ли осведомлен о происходящем Барак Хусейн Обама? У нас есть ответ. 2 сентября 2016 года Лиза Пейдж написала своему любовнику Питеру Стржоку, что президент Обама, цитирую, «хочет знать все, что мы делаем». Поиски страхования не ограничились днем выборов 8 ноября 2016 года. Поиски страхования продолжались в течение 3,5 месяцев деятельности президента-электа Трампа и после 20 января 2017 года, дня инаугурации. В мае 2017 приступил к работе специальный прокурор Мюллер. Его помощниками стали исключительно демократы. Многие из них щедро жертвовали в избирательный фонд Хиллари Клинтон. Некоторые, это я предполагаю, были осведомлены о шпионаже.
Вернусь с того, с чего я начал, дамы и господа. Половина страны понятия не имела о шпионаже за работниками предвыборной кампании Трампа и о том, что шпионаж продолжался после победы Трампа на выборах. Этому нельзя удивляться ни в коем случае. 90% информации о Трампе в СМИ – негативная информация. Это выявили социологи Гарвардского университета. 90% информации о Трампе в СМИ – негативная информация. Естественно, что люди, которые черпают сведения о президенте исключительно из антитрамповских телеканалов, газет и журналов, впервые узнали о шпионаже только во время выступления министра юстиции Барра в Сенате 2 недели назад. Но антитрамповские комментаторы тут же подвергли сомнению, точнее, отвергли заявление министра, как только они услышали. Но! Этого не было, услышали мы на CNN, на MSNBC. И, дамы и господа, миллионы черпают информацию из антитрамповских средств массовой дезинформации. Ну что мы с вами скажем о слугах народа, тех, кто заседает в палате представителей и в Сенате? Ну, например, о сенаторе Жанин Шахин, которая, как мы знаем, выразила недоумение, услышав сказанное Барром слова о шпионаже. Значит ли это, что и слуги народа, депутаты Конгресса, понятия не имели о шпионаже агентов ФБР за избирательной кампанией Трампа? С трудом верится, дамы и господа. Ведь о шпионаже открыто говорили конгрессмены-республиканцы. Только один пример. 28 апреля 2018 года, к этому времени исполнился почти год работы специального прокурора Мюллера, республиканец Девин Нюнес, он возглавлял в палате представителей комитет по разведке, заявил открыто, в разгар политической президентской кампании ФБР начало разведывательную операцию, используя свои службы для шпионажа во второй избирательной кампании, в кампании Трампа. Повторю, что сказал конгрессмен Нюнес открыто. В разгар политической президентской кампании Федеральное бюро расследований начало разведывательную операцию, используя свои службы для шпионажа за второй избирательной кампании, то есть за кампанией Трампа. И конгрессмен Нюнес сказал это не в кругу друзей-приятелей. Он сказал это в открытом эфире, в интервью Марии Бартирома на телеканале Fox News. И Нюнес был не первым и не последним, кто говорил о шпионской деятельности Федерального бюро расследований. В четверг, 18 апреля, на прошлой неделе, мы с вами знаем, был опубликован отчет Мюллера о продолжавшемся 22 месяца расследовании сговора избирательной команды Трампа с Россией. Обнаружить сговор не удалось. Ну, невозможно обнаружить того, чего не существовало. Однако отчет, составленный 18 помощниками специального прокурора, 18 демократами, этот отчет предоставил Палате представителей, которая находится ныне под контролем демократов, предоставил возможность начать свои собственные расследования деятельности президента. Демократы незамедлительно воспользовались такой возможностью и уже начали вызывать на ковер сотрудников Трампа. Они не будут, разумеется, расследовать шпионаж за Трампом. Но таким расследованием должно заняться Министерство юстиции, поскольку, я напомню слова Уильяма Барра, министра юстиции, шпионаж имел место. И я надеюсь, дамы и господа, я искренне надеюсь, что после того, как в конце мая, в начале июня будет опубликован доклад генерального инспектора ФБР Горовица, после этого
Министерство юстиции начнет заниматься тем, что происходило в 2016, в 2017 и в 2018 годах. На этом я заканчиваю монолог. Дамы и господа, будет небольшой перерыв на рекламу. После этого я с удовольствием присоединюсь к разговору с вами.